Точки немцы будут исполнять его. Азарский был неправ. Еще одна попытка, это гол. Замечательная атака сборной Германии. Не каждый может. И, конечно, вратари должны быть к этому готовы. Посмотрите позицию Сарнавского. Очевидно, он прозевал сам удар. Тут была стенка, но всего лишь два человека. Можно было разглядеть. Ну, а исполнение Плёдля получилось просто ювелирным. Мяч крутится в дальнюю девятку. И, в конце концов, за шиворот.